это вот, так сказать, высветление. То есть все степень высветления зависит на самом деле от того, что вы хотите сделать. Да? Если вы хотите сделать парадный танк, да, то не имеет смысла накладывать там больше 3-4 слоев высветления. Если вы хотите сделать убитый там какой-то танк, который ехал, много сражался, то да, здесь можно там, до 5-6 слоев сделать. Если у вас, вот видите, получился он немножко вот здесь, вот видите, ну, вот видно, что светловат, да? Ничего страшного. То есть дальнейшие слои, лак, смывка, фильтр и масло, это все приглушит, это не будет отражаться глаза. Но модель уже будет у вас некоторые участки, будет все равно остаться светлыми. То есть они будут у вас иметь объем, грубо говоря. То есть танк приобретает объем. То есть, да, вот можно поставить обычный зеленый танк, да, вот он у вас будет смотреться как вот обычный зеленый танк. А с такого расстояния кажется, что некоторые его части имеют какой-то объем, да, допустим. Вот, вот. Да, ну и то здесь все равно видно, вот за тем, классика, кино. Да, я играл. Поэтому танк такой, хоть да, это смотрится в принципе нереалистично, да. Но моделизм — это дело творческое, и модель должна хоть как-то привлекать внимание к себе, да? Но, собственно говоря, вот сейчас мы будем это делать. Ну, для начала нам нужно, вот, грубо говоря, наметить тень, сделать, так сказать, как вот все называют, решение, да? Нет, не сначала. Это вот уже нанесенная базовая краска, и вы по ней высветлением пошли. Конечно, да. Вот так вот, смотри, выглядела изначально. Угу. То есть я ее помыл в тазике с фэри, обезжирил ее, высушил, и из рогов нанес тамильский грунт. Слушай, а я вот просто кисточкой со спиртом обмочить. Ну, кому как удобно, просто я так кинул. Я просто кинул ее, да, конечно, нормально. Спирт заливаю. Ну, можно так и так, просто я взял, положил кисточкой в ванну. Не, я просто спрашиваю, потому что как бы вот мне интересно, правильно ли это, да, что я просто кисточкой спирт протираю, вот, и да, все. Как в тазике его так, хоп, и оставил, ну, как если и пошел, да, там, делаем. Что делаешь? Смываете все. Конечно, я потом беру душ и смываю все это дело. Душ. Ну, как бы, да. И потом на батарею или как-нибудь еще там, если там не срочно нужно делать, то... Куда-нибудь поставлю просто на полотенце там или что-нибудь еще, и просто жду, пока она высохнет. Да. Ну, в общем, спирт в немечко перебью. Ну, это спирт такой, то, что быстрее выйдет. Спирт такой, водочки нету такой, да? Ну, а какая разница, можно и будет. Просто спирт такое дело, что как бы, ну, как бы денег стоит, как бы его можно использовать как растворитель для спиртовых красок. Да. А вода с фэри это... Ну, там, говорят, это... Там две капли. Да, там две капли надо буквально. А спирт-то тоже, что, один плафон был такой, залил чуть побольше. Будем делать это все краской XF1, тамийской. Будем ее разводить до состояния молока, чтобы она легче шла через аэрограф, чтобы она не пылила, чтобы она носилась ровным слоем. Для этого я, ну, стаканчик просто обычный, любой там, прозрачный, чтобы был. Наливаю сюда чуть-чуть красочек. Я обычно в этом, в самом аэрогате. Ну, можно в самом аэрогате, да. Ну, просто здесь наглядно. Остается. Нет, а я вот смотрю, если краска остается, я всегда, вот у меня вот эти вот баллончики, я их не выкидываю. Я вот снимаю с них этикетку и чищу их, промываю, и если краска не осталась, я туда заливаю ее, вот остатки, потому что она в любом случае пригодится. Вот особенно туда. Черный цвет. И ставлю ее куда-нибудь там. Ну, я знаю, что у меня уже стоит разбавленный черный цвет, я просто беру его и делаю. Или так. Да, в принципе, наверное, все так делают. Вот. И добавляю сюда чуть-чуть глянцевого лака. О. Глянцевого лака сюда добавляю. Почему? Потому что тамильская краска вся в серии. Если ее дуть чисто, вот прям без, ну, без всего, просто литр стоять, она начинает пылить. То есть она начинает застывать в воздухе, и на модели появляется шагрень. Угу. То есть, чтобы избавиться от шагрени, я доливаю чуть-чуть. То есть я делаю все это на глаз, как бы. Это все потом, как бы, с опытом придет. Ну, просто как будете делать уже. Раз, два, три, уже наметили, сколько примерно нужно. Конечно, не нужно делать, чтобы она была глянцевая. Я делаю для того, чтобы она просто не пылила. Нет, можно шприцом, да, но у меня просто выбора нет. Блин, жал, так не не надо, Слав, не доставай. Уже, ладно. Уже привык. Будем делать так, да. Ну то есть ты совсем капельку делаешь? Да, совсем капельку. То есть, и главное, потому, как бы давление на аэрографике, я работаю давлением 0,9-1. Одна атмосфера. То есть просто смотри, если ты будешь, как бы говоря, распылять краску, особенно тамильскую, она все равно будет впивать, застывать в воздухе и, ну, шагрень будет. А так, когда 0,8, даже грунт, да, вот тамильский грунт, если ты пользовался из флакончика, да, он, как бы его нужно очень сильно разбавлять, да, но если все равно им там фигачить 2 атмосферы, 1,5, он все равно будет пылить, он застывает в воздухе. То же самое лак матовый тамильский, когда вы пользуетесь, глянет не так, а вот матовая присадка,
в томиевском матовом лаке, она застывает в воздухе. И когда вы наносите ее на модель, появляются белые точки. Это засохшая матирующая добавка. То есть, чтобы избежать, ставим как можно меньше давления. 0,9, 0,8, 1, 1 атмосфера. Еще зависит от аэрографа, от сопла. У тебя какое сопло? 0,3. Ну, там 0,3, 0,2. Ну, нет, разница есть. Есть разница, да. Так, ну и, соответственно, вот будем разбавлять, так сказать, растворителем, который универсальный для этой краски и, соответственно, может еще и в трудные жизненные времена смыть... Универсальный растворитель. Смыть грусть с души, так сказать. Надо разбавлять, правда. У нас тут дети, не рассказывайте всех рецептов. 100 грамм дрожжей, килограмм песка, 3 литра воды. Нет. То есть до состояния молока, вот видите, молоко в стакане остается, там вот так плескаете, вот, должно оставаться вот так вот. Можно так смотреть. То есть краска, когда разделена до такого состояния, то есть она легче идет через аэробов, ее легче контролировать. Логично. Соответственно, я разбавляю, нужно держать инструмент в чистоте. Единственный тут вопрос, то, что как бы она потом вот эти вот, ну да, если на малом давлении, на малом давлении там не будет, а там обычно так как скрут начинает вот это. Ну да, да. Не, ну это на малом давлении. На малом если на высоком давлении, да, там будут там эти пауки эти вырезать там и прочее, да, там как бы все это будет. Так, ну естественно, вот. Есть бумага, лист чистый А4, а там еще такое. Жень, есть бумага? Лист бумаги есть? Обычно, да. Сейчас несу. Картонки ставят. Ну, я, конечно, забиваем, это. Да, я разбавляю, конечно, более густую. Ну, я вот краску готовлю, вот, например, под пришрединг, у меня вот чисто две части краски, одна часть лака и три части. Не, ну я, понимаешь, делаю все это на глаз, да, вот видишь, у меня получается состояние молока вот такого. Сильно я посмотрю. Не, то вот есть это... вот это дело на самом деле можно вылить сюда. Ну да. То есть если не менял оттенок или, допустим, поменял один раз его оттенок, да, можно вылить сюда смело. То есть дальше, чем дальше вот он будет, ну, да, даже если будет как бы немножко другой, ничего страшного. Да, совсем уже как-то. Ну, я вот этим. Ну, соответственно, смотрим, проверяем все сразу на бумаге. Все пошло. Ну-ка дай-ка мне линию посмотреть. Вот интересная линия. Ну, соответственно, теперь надо закрыть. Это без подачи, да? Спирт. Ну, да, это получается совсем абсолютно полупрозрачный слой. Да. Получается. Теперь нам надо, ну, смотреть, ну, вот я смотрю на модель, да, и нужно примерно представить те места, которые у нас будут затемнены, да, то есть нам нужно разграничить вот там сварной шов вот этого листа. Да, ну вот, да. Ну, я просто рассказываю, чтобы вы просто когда берете модель вот такую загрунтов, да, вот чтобы вы смотрели, да, вот здесь, там, допустим, вот шутка, радиатор, тень. Вокруг крючков, вот где коробка, тоже тень. То есть вы просто различаете и смотрите, как это, ну, где, как, что нужно нанести. Ну и вот, собственно говоря. Ну вот я приходил, и смотрю, помимо того, что тень, я просто прошу железка, я сейчас на таких местах, где, в принципе, может скапнуться грязь. Грязь же тоже позволяет создавать. Не, ну грязь можно сделать уже потом, а уже другими эффектами, маслом. Нет, там, где вот грязь, у тебя получается тоже краска не отцветает. Ну да, не, ну вот смотри, да, допустим, вот тоже вот здесь, вот, да, вот здесь собирается. Вот, ну да, да. Вот да, здесь, вот здесь собирается, да. Вот здесь, допустим, она тоже будет собираться. Здесь вот она будет собираться. Вот здесь, здесь тоже. Сейчас это будем все показывать. Ну и постепенно начинаем вот наносить краску. То есть если вы даже зарезали чуть-чуть вот за пределы, ну, этого места, да, теневого, которое вы делаете, ничего страшного, потом из следующие слои они просто перекроют. То есть вы просто, ну, это место, на него нужно как можно меньше краски потом в дальнейшем впадало, чтобы оставался на вот такого же цвета. Все. Че? Спирт пошел. Какое там видишь? Я далеко по одной девушке. Кто пил? Зубров. Так, ну теперь здесь.
стопу 0,2, да? 0,3. Воздух неравномерно идет. Хотя придется. Ну, я чувствую, пульсирует. Так, вот теперь смотрим здесь. Ну, мы сразу же делаем хлопные патрубки, тоже кидаем фильм, потому что там свет нам не нужен. Так, ну, теперь здесь вот линия, где вот заканчивается моторно-транспрессионное отделение, где его рука начинается. Мы уже закрываем. Люк. Так, ну теперь бак. Баки вот здесь вот, вот эти части потом в итоге мы закроем скотчем, и тоже аэрографом можно высветлить вот эти вот поршни, которые держатся сам бак. Просто мы создаем тень между баком и хомутом. Да, и хомутом, который клеится сюда. Потом это все просто я не стал, ну, тут можно просто скотчем заклеить и все. То есть, да, ну, потушу, то есть, чтобы... Теперь здесь поработаем. Чем чернее, это контрастный ключ. Потом выключается. Очень тяжело потом поймать и выключить. Ну, на мой взгляд, не знаю, как это. Что называется? Чем темнее, тем потом есть не слава. Как контрастный. Если слабо, он сливается, как он не видно, как это работает. Нет, видно, видно. Но хуже. Ну, это мне так кажется, я не знаю. Она работает на коммуникации. Нет. Работает, да? Все равно коммуникация практически забит. Она посмотрит незаметно. Так, он сразу же тоже можно высветлить. Когда ты закрыл, ты просто проходишь с красочкой, запоминаешь, где у тебя были светления, так же проходишься, только разбавляешься, да, который ты делал к тому хлеже, и все. То есть там, то есть, там только меньше надо своих платить, то есть 2, а там максимум 3. Так, теперь вот здесь начинаем на гусеничный пол, который вот края, крепление на гусеничный пол.
потому что это войско не мешает. И не надо контролировать этот момент подачи краски. Все равно я могу принять, что да.
Не, вот прям все досконально, я думаю, смысл понятен. Следующий этап. Тем более для камер. Ну, здесь тень, внизу где тень, да, то есть в области всегда темная будет, поэтому здесь просто вот берем вот эту маску, кринарим просто черную вообще. То же самое с нижней частью пушки. Деструктор это. Ну что, вот докачал это деструктор лодки, нет? Да, я уже экранировал докачал. А, нет, вот второй покачал, но для тех купить. Ага, да, да. Садил меня, негодяй. Ну что? Вахандер. Охранительная игра. Живость спокойно, где-то не знал. Да, где заходишь в чат. Этот играет. И молчат. Да, гость чат не ходит. Я вам присоединял, помню. А, это ты тогда говорил, думал, взрослые люди там, да? Да. Я буду говорить, я тут так. С декабря 2010 по сентябрь 2016 года играл эту игру. И она у меня просто уже... Ну, да, наверное. Да! А это колесико? Ну, типа, вот когда вот фигурчик собирает. Слушай, я сейчас чувствую это. Вечером придется устанавливать. Ну, она посложнее, чем ортотап. Там, конечно, там нет таких... Ну, естественно. Более... Нет, более реалистично, более-менее. Потому что ортотап, в принципе, не особо. Для меня самое простое – это кайф армата. Ну, тех там. Аркада 100%. Лучше Фабс, да, который на Дэнди будет. Да, лучше не придумай. Battle City? Да. Не, вот в том, что я умудрился на Артес, я вшил таран и выжил. На все монолита. Убить противника на ордой. На ГВЕ-100, пожалуйста. Нет, да, он должен быть на два уровня выше тебя. Где-то как у немецких арта, это как она, я, который на типу на тигр, который сделан. Ты не отвлекайся. Я не отвлекаюсь. Тигр, а тигр. Тигр, да, да. Нет, я умудрился на гриле и на английском бирджгане. Бирджган? Таран убить противника на два уровня выше меня. А ты прям внутрь, да? Ну, тень, не по кругу, а именно внутрь. Тень, не, здесь один просто, да, вот и все. Ну и, соответственно... Вопрос внутрь, да. Дышечка. Да. Вот это не надо, я вчера пролил вот такую целую на пол. Ты говоришь, и Колю потеряли? Да, в этот вечер Колю потеряли в чате. У меня просто жена должна была вернуться через час домой, если бы она это увидела. Вот она. Издержки, опасность нашей бразильской. Да, сегодняшний мастер-класс. Не, ну было бы, конечно. Жена встала в 4 часа утра, взяла топор, порубила все удочки, сожгла всю леску и легла спать. Жить я стал полтора часа. Аэрограф уже, что не конкретно, может пахнет. Ты там как, не печет? Добрый день. Нормально. Как ты выстрел? Выстрел? Нет. Я думал, ты притащился, сумасшедший. Нормально. Мой компрессор весит килограмм, наверное, 12. А что за компрессор? А, у тебя ресивер? Да, нет, не с ресивером. У меня компрессор холодильник, сделанный в промышленных условиях. То есть у него там
Я же обзор его делаю на канале, смотри. Смотри. Такой доброшу. Военный, тоже не убивает. Ты вот сторонник, это можно гвозди забивать. Ничего не будет. Ну да, согласен. В этом смысле? Нет, это аэропрос. В этом смысле, чем техника дешевле, тем она... Да, из-за этого я боюсь вот такие вот покупать. Потому что я часто бывает, что забываю помыть. Знаешь, грубо говоря, ты покрасил. Я недавно видел картинку в этом, в опущенном баке. Там такой чувак такой лежит в кровати с такими глазами, и надпись такая, типа, когда проснулся и вспомнил, что вчера забыл грунтовку в аэропорте. Покрасишь что-нибудь, воткнешь его в эту штуку. Думаю, сейчас приду, докрашу. Что-то раз, воткнешься и забыл вот это. Ну, в этом смысле, я тебе открою страшную тайну. Хамс это? Нет, это Илата. Илата? А, Илата. Ну, я думаю, днище мы не будем, да, фигать? Да, А, ты делать не будет, да? Да ничего не будем, когда ты тут снова. Ты с отстану, тогда тут, наверное, надо сделать. Чего? Вот здесь. Ну, чуть-чуть подкоптить мне как-то. И может за парой. Ну, можно и за парой. Так, все, не подсказывай ему. Да, должен он так видит. Надо сейчас делать. Если такие умные, сами делайте. Да, есть такие умные, да, что телеки носите, видите, да, и строим не ходит. Понятно. Ну да, я, конечно, делаю более жестко с этим. То есть я по всем деталям поступаю. Ну зачем? Есть же смывка, есть же масло. Можно маслом тоже делать осветление. Ну, масло выцветления, наверное, сложнее сделать, нет, чем затемнение. Нет. Есть такая штука, господин Хименес спускает, называется Oil Brusher. А, ну я, да. Просто шик. Ты купил себе, что ли? Конечно, купил, а ты думаешь, просто говоришь его. Просто шикарная штука. И стоит недорого. Что-то там 180 рублей. Oil Brusher. Уже разбодяженное масло. Тут эти карандаши готовы, да? Да, да. И просто берешь, наносишь на матовую поверхность, растираешь кисточкой. Все. Понял, что мы работаем. Понял, что мы работаем. Казалось бы, да, вроде бы там такое, а потом как действительно вот кровь покрываешь, он действительно нормально. Меня больше интересует, конечно, на камуфляже как это все делаешь. На БМДшке забило свое пришение. Ты как ты делаешь камуфляж? Как? Вот ты. Ну, база. Нет, ты маски делаешь? На БМД я без маски. Без маски делаешь, но тут уже сложнее. Просто если ты маски, нет, в принципе можно. Если руку набить, можно фигарить. А так ты маски, если нанес, допустим, ну, что-нибудь такое. Ты просто так же берешь кверху, сфигаешь ее. Цвет только там поменьше слоев, то есть два максимум. Два раза высветил. И так же просто нанес. И так же для компляж получается высветил. Блин, в воне это уже капец вообще. Температура нормальная. Кто воняет? Компрессор. Я не чувствую. Не чувствуешь? Холодный же, да? Да нет. Не потерял его, рюкзаки. Горячий. Рюкзаки лежит. Тебе рюкзаки еще? Ты сейчас уже принес этот компрессор, что ли? Да. Зачем? На всякий случай. Да, слушай, а что мне на машине, как бы он бросил в машине, поехал. Так, скажи нам, что ты намодяжил, какой цвет взял? Это цвет, ну это просто зеленый, без разницы какой. У нас совсем зеленый, да? Да? Ну это просто. Ну это, понятно. Это танк, ну, цвет не красился. Это какая-нибудь вторая. Аккуратно, не собрал. Разрушитель собрал сейчас с этого заводного. Мы его не покрасили. Японский, да? Ну а там еда. Не, я имею в виду японский цвет. Газ Тигра. Судя по маркировке. Ну, это какой был. Такой был? Ну конечно, ну и этот цвет, ближе всего, конечно, XF52. 52?
сейчас. У Ганзы вроде линейка такая пошире будет. У Ганзы? Ну, я Ганзы не пользуюсь. То же самое. То же самое. Один в один вообще. Не то, что один в один, одна и та же фабрика, только практически... Ну, я знаю. Но у них ассортимент более широкий. Ну да, ну как бы, не знаю, это потом, кто какой краски привык, мне кажется. Просто я здесь взял ее, просто залил, просто добавил опять же сюда глянцевый лак. Ну, все то же самое, да? Да. И спирт. Нет, для аромата, да? Для вкуса. Ну да, аромат, конечно, да. Я соглашусь, то, что да, когда много работаешь, уже такой запах в комнате стоит, такой, как будто тут веселая компания неделю сидела. Ну, это же лучше, чем... Ну, да. Ну вот, 1000 рублей, вот 5 литров, а то 500 рублей, вот. Ну да. А эффект как бы, ну... Теперь задуваем основной цвет, стараемся не перекрывать, а оставлять видимые линии пришедем, которые были вырисованы. Ну, погнали. Так, вот для этого еще бумажку я взял, чтобы потом можно было смотреть, что получается какой цвет. Потому что на бумажке легче всего смотреть. Как вот разбавилась краска, то что сразу видно. Нормально на этот момент. Все, вот нанесли. Ну, все, почти 4 БО. Ну не 4 БО. Ну почти. Чуть зеленее. Ну, наносим на модель. Это не песочный цвет. Почему? Нет, нет. Свои эти. Залял, свел, пока подобрал. Да. 3 цвета краски смешал, как бы. Двух видов. Я пробовал тоже, возможно, даже какую-то палитру брал в кого-то. Что мне, я не брал палитру. Делаешь такую полупрозрачную цвет, конечно, да? Конечно, да. Но чтобы было видно, потому что если мы закроем, ну что, смысл тогда в решении будет такой? Ну да. И, соответственно, ну, естественно, мы как бы оставляем, чтобы это было как бы, ну, не прямо явно было видно, чтобы здесь прям черный цвет был налит. А у тебя ей контроля было есть или нет? Нет. Ты прям до конца просто это... В смысле? Нет. Ну, до конца, нет. Да, для чего? Уже не могу сказать. Распределение идет. Не, я, у меня пока не получается. Я что? Я столько тонким элементом пока не делаю, пробую. А ну, чем сильнее разбил, тем дольше получается. Да, в этом смысле Фэндес, конечно, там помогает регулировки зойки. Когда человек не умеет пользоваться, ну, да, ты поставил, да, ну, ты поставил, то он триггер, он просто не уйдет дальше. Нет? А если промыть надо, то ну, будьте, конечно, механический. Ну, либо механический, да. Я тоже долго вот в этом включил, пока не знал, что нужно будет отщелкивать. А в этом будет прикольно, то, что ты можешь запомнить, как бы, какой тебе нужно, или стихиристы, ну да, на стихиристы, или какой тебе нужно. Не, я очень доволен. Видимо, да, я очень доволен. Ну, это хороший инструмент, как чему? 90% успеха моделизма это инструмент. Хороший. И даже хорошие кисточки. Да, ну, да. Инструмент. Не, ну нет, кисточки это на самом деле вот джазовские покупать эти расходные одноразовые делают, продаются их помного, отличные. Слушай, на самом деле я могу здесь свои 5 копеек ставить. Я захожу в Леонардо, покупаю кисточки, они еще дешевле, чем джазовские, наши синтетики.
Ну, не, ну я тебе просто говорю. И живут они дольше, чем в Джарске. Ну, в Джарске вообще, то есть я их использую только вот для этих, в основном для пигментов сухих. Вот для них хорошо они делают, надолго. А так вот это, конечно, вот... Ну, а растушевку масла у меня лучше всего делают кисточки для макияжа. Да, женские приборы, к счастью, в этом плане, то, да. Вот какая-то куча. Они помогают, да, модельщикам. Особенно пилочки. Да, вот пилочки это вообще просто шик. Ну, не пробовал еще. Я и бормашинку подходил. Вот, типа, вируют. Ну, да, да, да. У нее есть... Пороты регулируются. А у нее, да, у нее это для ногтевой, у нее есть один огромный плюс. У нее... У нее изначально очень маленькие обороты. То есть у меня вот дорогой дремель. Ну, дремель вообще дорогие инструменты. Ну, им, блин, что-либо сделать очень геморройно, потому что... Ну, он все-таки не заточен. А? Дремель он для моделизма. Да, он для более грубых работ. Он изначально очень высокая скорость вращения. Да, плавит, пластик. Ну, вот, ты знаешь, вот, извините, что вот эти вот сколы, да, вот на этом, я вот дремелем делал, да, там еще вот... Фрезу ставишь, и вот для этого я его и покупал. Потому что там гусеница просверлить, траки, и все, нет, вручную и любовь. Да. Ну, я тоже стоял, я тоже стоял. Платье себе. Ну да, да. 90? А вы попробуйте еще вот для вот этой рисушки, исовские, КВшные, Восточный экспресс разобрать. Один в один. Пальчик в один. Просто. Нет. Ваткнули. Попробую. Почему? Ну у меня. Потому что у меня сейчас МСК собранная, терминаты, и сейчас я собираю еще 90 документов. Там по другому трагедии. Ну вот у Менга они там собираешь и пальцы засовываешь. Звезда уже. Вот у звезды, когда расстаются, мы не скидываем. И то, все, стыкуется хорошо. Четверочки. А вот меня терминатор разбирал. Один стыкуется, а 10 разводят. Так вот там вот идет так же. И потом бинокль одеваешь. А, то есть там, все. Ну, и схема та же, только там у Менга... А у меня у Менга... А тут, нет, у Менга 6, по-моему, да, 6 тракторов. Да. В кондукторе. А у Тигра 5. А у Тигра 5, да. А там же вот эти вот, все. И даже самое еще интересное, я когда сломал половину, у меня от Менга осталось, для Менга. Ну, для Менга там, кондуктор, да, не кондуктор, а там сборка. Кстати, лучше намного, чем Тайгер. Ну вот, видишь, Тайгер может. Ну, детализация чем вполне очень. Не знаю, я пока, я вот из всего, что я собирал. Да. Какие-то второй комплект был? Да. Но у меня детали еще на один такой же остались. То есть там три в одну, это, а вообще остался этот. Силовая установка, быстрее. Да. Да. Решетки, комплект решеток, 4 вида. Четыре вида фар. Тоже поставили эти, да, галоген? Два алиарматы. Не, у меня не галоген, у меня это как на... Там они тоже были в комплект. А на них не у МС-ки, не у... А, у МС-ки, есть, да. У МС-ки стоят галогенки, но у тебя... Кстати, а у меня не ставят вот эта решетка на МС-ки. А потому что баки стоят. Баки стоят, да. Она есть там тоже? Да, есть комплект. Я вот и думаю, не убрать ли к чертовой матери? Ну, я делал выставочный образец, поэтому, соответственно... Это масками делали, да? Вот это? Да, вот. Бумажными. Да, это бумажные маски. Нет, они надо сказать, Сень! Это все скучка это? Сейчас телефон придет. Красота, да. Вы у Дэшки тоже срезали, можно да? Скучку? Да, я срезал. И у того, и у... А, кстати, у фотографии нового, который был такой. А, но... Т-90 новая модель. Объясню, в чем прикол. Тигр модул делает Т-90 SN, а новый он MS. У него другая башня, у него очень серьезные различия. У него другая башня, у него другая ВСУ,
кстати, на этот ВСУ. Это который будет 15-го года модель, да? Да. Которую да. они анонсировали. Да. Ну, наверное, да, они ее анонсировали. Но там вот уже ЛДшка с этими деталями. Да, 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 да. Она другая. А вот у меня как бы, у меня вот это старая. А для старой надо срезать там, да. Красиво. Ну, по крайней мере, Эвана как? А? Эвана как? Прошу вас. Так, ну вот это. Может писать? Может. Мы забыли розовым цветом. Это дело. А, я понял, да. Ну, это неправильный вариант. Вот Володя записки металлиста делает более правильный вариант. А, то есть, если я тебя правильно понял, то есть ты, значит, ты делаешь так, да? То есть у тебя вот уже есть готовые. Конечно, слой. Базовый слой, я высветляю его, да. И то есть ты туда добавляешь, добавляю. И когда, если красишь африканский корпус, можно вообще белым фигачить потом конце уже. Ну, не, потому что для зеленых цветов, вот таких вот, как вот мы здесь используем, да, для всех остальных, в принципе, самый лучший цвет для... Светление, цвет 57. Баф. Не, я даже баф ничего использую. Да. Потому что белое не... дает белесость ненужную и выглядит отстойно. Я согласен. Вот, не понятно, только здесь ничего высветлять баф, как бы. 57. Ну, ты знаешь, я не встречал такого танка. Ну, как не встречал? Я тебе могу сказать, вот тебе, пожалуйста, терминатор. Ну, там же, не, ты бафом его красил? А? Ты бафом красил? Я разбавлял баф. А, не знаю. Более светлой краской. Баф. Там? Ну, тогда можно белый только разбавить. Это же песочный тон, грубо говоря. А там, вот он песочный, но он не такой песочный. Так, ну, и, соответственно, делать все на глаз. То есть, как бы, да, это да. Да, вы смотрите просто, как делать все на глаз. Да, вот здесь вот остаются следы, да, допустим. Вот на стаканчике, да, следы предыдущего слоя, да. Или, тем более, вот на бумажечке, да, вы просто добавили. О. И смотрите, и берете вот да, шпатель. Совсем чуть-чуть. Да, шпатель. Ну, не нужно же сразу, чтобы был цвет прям сильно контрастный. Ну, я, конечно, более заморачиваюсь, согласен. Я это все специально. У меня все пропорции. Да пропорции это все на самом деле фигня, потому что надо делать все на глаз. Знаешь, чем хороша пропорция, лично для меня, чем хороша пропорция, это тем, что я потом могу к этому цвету вернуться. То есть я запоминаю, в каких пропорциях я... У чертей, к тому, к тому. Но, с другой стороны, понимаете, я, честно говоря, вот почему тоже. И так, а в конце концов, когда уже утомляет, начинаешь вот на глаз добавлять. Просто смысл в том, что все равно на гранях техника вот этот вот цвет... Ну, цвет он, да, такой. И не уловить его невозможно. Тень. Это мой телефон был? А? Ну да. Дай сюда. Разбил. Подбить уже нечего, как бы. Ну, давай аккуратно. Потому что я свой телефон по звуку не узнаю. Как он падает. Да. Как любой автомобилист узнает звук своей сигнализации, сначала узнает звук падающего телефона. Ладно. Я скажу больше. У меня собака была. Когда у меня еще была, это где-то, наверное, 10-15 минут. У меня семерка была. Собака машину подвигать узнавала за километр. Нет, ну это нормально. Абсолютно. Они по шагам он в подъезде узнают, хозяин идет. Ну да, кстати, кошка тоже вот у меня узнает. Я вам больше скажу. Она узнает. Это все фигня. Это все фигня. У меня папа был капитан дальнего плавания. Собака за день знала, что он из плавания возвращается. За день. Как? Менялось абсолютно, то есть он тебе настроил. Ну а да, вот видите, вот у меня здесь это сейчас брызнуло, да, вот. Я вот сейчас тут показался и брызнуло. То есть, чтобы такого не происходило, сначала, да, вот я вот узнал вот недавно, то есть, когда краску подаете, да, вот не нужно сразу же бросать, да, вот все это дело. Нужно. Покрасил, убрал иглу обратно и уже отпустил воздух. Я вот сколько раз на модели фигарил вот эти плевки вот эти, да, вот. Просто ты когда берешь краску, и так вот идешь, сразу бросать нельзя. Нельзя, надо сначала вернуть. Потому что я вот сколько раз вот
У тебя скапливается там краска, да, как только попадаешь в воздух, и это. Это еще, одна, вещь, почему я вот не, почему мне не нравится двойное действие. И здесь сейчас мы просто еще больше высветляем те тона. Мы будем идти кверху. То есть высветление будет идти кверху. Ну, классически, да? Просто, да. Можно вправо там. А почему кверху? Чем светлее, тем выше. Закон света падает, как он, смотри, как свет падает. А, классика, темнее светит. Да, темнее. Свет, как свет падает. Все, 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 сверху, да, вот солнце светит, сверху. Понял, да? Да, теперь понял. Наоборот, светление. Выгорает-то сверху, не снизу. Ну тогда правильно говоришь, что светление идет сверху, а не снизу. Ну ладно, я пошел в офис. Сам знаешь, там так показывает. Ну вот мы немножко оставляем. Конечно. Снизу. Снизу оставляем вот этот цвет. И, соответственно, бока тоже не забиваем. Ну, края точнее. А, ну да, такая чуть-чуть. Да, сначала начинаем, ну, чтобы больше градиентов показать. Mm-hmm. То есть, чем убитей техникой, тем больше она была там, ну, в сражении, в поле ездил, тем больше выгорает цвет на солнце, дождь, все дела. Ну да, ну как правило, вот эти 4 дня недолго выгорали. Ну и бывает, всякое. Ой, правильно. Ну слушайте, это вот вопрос, как бы, да, вот это чисто художественный вопрос, потому что это... Согласен. Это из серии ржавых танков, как бы. Ну, не бывает ржавых танков. Но вот я вот тебе вот что-то видел. Ты сказал, только не горел. А? Ты сказал, только не горел. Не, я имею в виду, как бы, не бывает ржавых танков, которые как бы действуют. Он, Володя, вот помнишь, я скидывал фотографию, да, кладбище танков, где они 30 лет эти танки. Вот такого цвета, по-моему. Но не ржавые. Ну да, да, где краска выгорает, я не спорю. То есть 30 лет танки стоят, там бакс, не все, они как в краске стояли, так и стоят. Как бы. То есть, а с завода-то они приходят, на них как-то муха не сидела, как бы. Ну и как еще рассказывали, что, говорит, не дай бог, говорит, командир. Просто видно, прям как раз падается. А, вот все видно. Просто многое зависит еще от цвета. То есть если есть свет, ты можешь, ты видишь, как краска ложится на модель. То есть видно, когда вот здесь становится сырое такое место, ты видишь, куда ложится краска, и как просто здесь как бы свет, ну, не очень, как бы, лампы нет. А на самом деле от цвета вот очень много зависит. То есть хороший грамотный свет на рабочем столе, то это очень круто. Если просто ни хрена не вижу. Ну вижу, но. Да, не, ну видно, черное пятно входит, как бы, если про это говоришь, как бы такое. Мокрое, в смысле. Да, так вот видно. Да не, так еще да, даже будет, мне кажется, хуже. То есть если мы предыдущим слоем закрыли вообще все. То есть мы по черному дули зеленым, здесь мы черный стараемся вообще не задевать. То есть вести по краю. Геометрия. Не нарушая геометрию. Да, вести. Вот сейчас вот видно, да. Вести по краю просто. То есть не просто, ну как бы здесь уже вот нужно более как бы грамотно, ну как бы аккуратно подходить к этому вопросу. Не пересекай границу. Да, да. То есть стараться высветлять светлые зоны, как говорят. Мы даже сейчас вот приходим хорошо видно. Я тебя понял, да, что да, да, потому что если ты делал, то разбираешь краску. Я не отгнусаю, она же против наносит, а вот сразу контраст. Вот, наверное, на современке будет сложнее, наверное, да. Да. Но современная техника, она просто геометрия сложная, сама по себе. Это, ну что, это понятно, кубик. Сварено просто, грубо говоря, и все, как бы, чтобы как можно быстрее сделать, чтобы как можно быстрее выпустить бой. А вот 90-х того самого взять, там еще вот эти как динамической защиты, и как получается, значит, каждый вот этот. Ну, масло. У меня родилась идея апгрейда аэрографа. Так. Фонарик сюда приделал. Нет, зачем? Вот сюда фонарик. Вот сюда вот хороший такой. Где он? Здесь прям четко, где ты ведешь, там и светит. Хотя шуруповерт, да, Витя? Да. Я боюсь, что тебе ты обратный эффект получишь. Ты наоборот можешь получить обратный эффект. У тебя слишком чего. Да тебя знают твои шутки, с твоими руками, как бы ты же сделаешь, как бы. Причем это говоря, фонарик ты засунешь прямо тут. Сопло, как бы. Не на бачок поставишь, а прям сопло. Не дай какие-нибудь защитные факелы, чтобы брызги не попадали. Как дополнительные обслуживания продувало. И двойник у этого. Я не знаю, это уже тяжело слышать.
здесь вот мы не трогаем, где вот граница вот соединения МТО и группки боевой, да? Мы стараемся не трогать здесь. Ну, если даже и получилось даже это задуть, это потом делать, все можно исправить. Как я и говорил, вот есть тут у Мига отличные масляные краски, которые вообще просто шикарно это дело подходят. И ими можно делать тени более глубокие даже. Если даже вы хотите сделать более глубокую тень, темно-синий. Темно-синее масло у него есть, вот темно-синий идеально углубляет тень. А потом же еще под лаком, когда будет, лак заберет цвет. Лак он сгладит переходы все эти. Там еще фильтр, там, смывка. Да, фильтр, смывка, да. То есть задача понять сначала, что ты делаешь. То есть, если там у тебя парада, то есть на параде ходит, то как бы не нужно слишком сильно его высветлять. Без парады его вообще светлять не надо. Ну, нет, можно, нет, для приветствия объем. Понимаешь, эта техника, она объем делает техники. То есть, вот, да, ну, да, просто да. Этот танк, он, ну, он смотрится... Ну, я сейчас, да, я сейчас буду планы делать, когда вот эту 15, я хочу ее, да, вот, как парадный вариант, а потом без высветления, без этих черных полос, и всех не видно, то есть, ну, пятно, зеленое. Зеленая трень стоит, да. Зеленый горшок стоит, понимаешь, просто, ну, я понимаю, что на технике настоящей, ну, не говорю, что ты плывешь в кармате, да? Не, ну, естественно, этого не увидишь. Я вопрос объема, как бы. Да, вот весь вопрос в объемах. То есть модель смотрится объемной. То есть она не просто как какая-то там. Ну, чтобы заклепочку было видно, часть клюка, да. Еще что-то такое. Вот тут щелчик. Потому что смотришь так вроде как, особенно когда травление делаешь, вот эти вот на 80-ке или на 72-ке, куча там 90 этих шайк прилететь надо, закрасил, и вообще не видно. Ну, такого бахил ёк, я 90 штук клеил. Нет. Это 90. Ну, 90, да, надо бить. Нет, это именно 90, кстати, это не иметь. Это 190. Сейчас я краску вижу. Ты 90. В ракурс я попадаю, краску начинаю видеть, и мне становится легче. Он еще дальше. Да, она попадает. Потому что так ее, она практически ну, через сложно заметить. А вот если взять определенный ракурс поставить, видно, куда попадает краски из Европы. Знаю. Не поверите, знаю, я с суроватым заводом напрямую работаю. Я вот эти где видел? По-моему, я уже... То есть, это единственная фотография, которая была на этом... календаре... Здесь особо можно не стараться, потому что он конец ствола. Обычно копоть там наносится, но это я просто, чтобы показать. Да, у Тальчики вроде Тальчики. Ну, это одно из подразделений, он тоже делал. Я пока этого участия у этого терминатора, я намучился с камуфляжем и, короче, решил вопрос кардинально. Просто написал ему ВЗ, хотел прислать к цельной схеме раскраски. Ну, блин, у тебя вещи. Ну, вот Володя, это скандалист, как раз он же тоже красит, я ему отправил, и он тоже красит, как бы. Но потом, как выяснилось, что у них тоже вот эта схема раскраски, она такая очень схематичная из серии того, что можете взять ее за пример, а краситься оно будет по-своему, потому что реальная техника все равно отличается. О чем я тебе не единожды говорил? Ну, я согласен, да. Конечно, я же тоже покрасил ты его. Я уже думал, что это любимый сделок. Вот тебе полимизатор, да, вот тебе полимизатор краски. Я в 90-м году был командиром реально силовых мировых. Ну, тогда вам вообще все, наверное, понятно. Есть схема. Не пригоняли, а так вот. Стоит рот от танка. Пост 8 стоит, вот ГШ6, там компрессор, баллон с трассой. Все, говорит, вот тебе схема. Ну, давайте. Здесь вот прям посередине. Вот я и понял, что примерно так же. Да, вот все парадные вам четко. Парадный цветочек, я так вижу, да? А парадный он должен. Нет, почему? Оля Васильковна его одела. У меня был прикол такой, когда на выставке неделя пригоняем ТМС-ку последнюю. То есть? Загоняет ее в павильон. Она зеленая. Добавляешь растворитель, тоже добавляешь? Нет, производитель уже не добавляет. Это более просто чуть-чуть. Что так зеленый? Да он у нас, говорит, стоял, мы его покрасили зеленый. Хрена мы его зеленый покрасили. И очень вот 3 дня его перекатывали в печальный камуфляж.
Забыл, не забыл, да. Не, ну Тагилы-то да, это не все рядом, они приедут. Ну да, вот она посветлее, как раз эти сгладила. А мне даже тогда, мне даже так начинает нравиться. Спасибо. Не, я смысл, что вот так даже больше нравится, чем. Ну хорошо, вот, допустим. Не, Коль, как бы здесь каждый за себя, я вам просто говорю, что. Ну вот какая-то вот, ты представишь, что это парад там едет там, СУ-122 там. А хотя какой парад? Там уже танк плюс в конце войны. Ну, знаете, я тут мне прислали известную цифру, что оказывается, все-таки Т-44 и С-3 участвовали во Второй мировой войне. Да? Нет. А что, это сколько? А ссылочка сколько слоев? Ну, вот я просто мне прислал, мужичок, он собирает музей в школе, он учитель физкультуры, ну, повернут на историческую. А что за ссылочка-то? Есть ссылочка? Я думаю, что неправда ваша. А знаешь откуда? Архивы Кубинки. Которые, может быть, где-нибудь в Японии они там. Нет, нет, в Японии нет, может нет, быть, да. Нет, именно сотая какой-то полк или сотая гильдия какая-то, именно. Ну, давайте не путать, что они могли быть войсковыми испытательными ротами. Да, испытания, если. Их могли, но на передовой, и так, что они реально имели, да, находили на передней линии, нет, вряд ли. Ну, первый случай вообще, потому что этот факт был зафиксирован не только. Есть такая вещь, как журнал боевых действий. Ну да, я согласен. Вот если там нету, то есть принимал участие первая рота. Говорил состав рота. На начало боя там 10 машин, там Т-4 и личного там, по итогам боя. Не могу мне это кровать беспокоить. Ну вот боевое донесение я ни разу не видел, оно должно быть в архиве. Не могу, я посижу, я на меня беспокоит. По поводу, вот я собирал когда Колобановский танк, куча споров, экранирование или нет. Я так нигде не нашел, тоже. КВ это у нас сентябрь 41 года, вряд ли экранировано. Но в том-то и дело, что вот куча, одни так пишут, другие так, ни фотографии, ничего, ни вот документ, что именно танк такой-то, там КВ-1С там, или КВ-1 такой-то. Ну, С тоже отпадает из 41-го года. Ну да, что он экранирован или нет, нет нигде доказательства, причем ни фотографии, ни схема боя, там как, откуда что стрелял, кто почем, зачем, во что, ну покажите, ну, должен быть же документ, да? Кстати, вот недавно тоже видел в анонсах Томпа, это машина, которая эвакуационная машина на базе Т-80 для эвакуации первых лиц. Угу. Я еще помню, вот когда вот служил в испытательном полку, это на Хабиново, 4-й инженерный испытательный полк. Ты чем делал? А? На экран. Машину испытывали вот эту вот эвакуационную для первых лиц. Вот, Т-80 без напыления. Чуть-чуть совсем. У меня как бы такси маршрутом такая, она ничего не совсем. А этот привет по поводу X-40. Я вот, кстати, гусеницы подкрасил в черный цвет. Говорит, что металлика в черный. И честно сказать, мне в черный цвет не нравится больше. Ты знаешь, чем лучше покрасить? Знаешь, чем лучше покрасить? Кайровых документов, а сейчас где-то их там нарыли, ну, да, противоречивый, то ли да, то ли нет, кто-то говорит да, кто-то говорит мне, блин, понравился. Что вроде бы как, так, ну, здесь я еще из третьей еще я могу понять, что он где-то может быть экспериментальный, да, типа. Сделать еще, ну, как, более светлый, еще более светлый, да. Логически понимаю, что где лучше всего проверить танку. Перемешиваем. Ну, живущим, только в бою, в реальном. Может быть, но... Вот, видите, хотя 44-ка, оказывается, 44-го года выпуска первая. Но все равно вот это погуще у тебя получается. Теоретически мог участвовать хотя бы в одном бою. Вот черный ты совсем, вот черный ты разводил совсем была, а черная была совсем. Не, еще добавили, да? Не, ну можно еще добавить, конечно, строители, без проблем. Не, я вот такой вот крашу, как раз вот тут прям вот. Это на еще один свет, на еще один слой. Еще один боль, да, еще один более светлый слой, да. То есть здесь зависит все уже от того, желание что. Желание заказчика. Да, ну нет, ну как бы желание. Ну да. Может, у кого заказчика, может, у кого и просто полочка. А, ну хорошо, не заказчик, а художник. Да. Художника, да, да, потому что. Хозяин. Это проще, когда сам. Я сам вот себе после Т-34 я никогда в жизни никому ничего больше делать не буду. В топку. Я по этот Т-34 у меня отбил все желание. Да. Просто я так. Т-34 от до гостини. Я до гостини, ну ладно. Да, я сейчас смотрю, думаю, сейчас скажу. Я скажу. Не, а что там говорить? Игрушка. Да трэш. Ну, я сделаю.
Я отдал, перекрестился. Она в 1.16? Да. Я отдал, перекрестился и выпил растворитель и пошел в спальню. В 35-м заказывать делаю нормально. Не, это вот да, это когда начинаешь для кого-то делать, это адский ад. Это когда для кого-то делаешь, это нервы, вот это нервы постоянно. Я не знаю, я нервничаю постоянно, потому что мне нужно что-то сделать. Да, ответственность где-то здесь стоит. Да, тут для себя делаешь, тут, как ты не переживаешь нервы. Согласен. Нервы. Ну зато я, например, научился смывать краску с танка. Благодаря. Ну вот я вот у меня. Вот это я делал под заказ. Вот эту 44-ку. Ну, я тут, конечно, на скорую руку, на телефоне, это, конечно, не фотографии, а так. Вот это я делал под заказ. Заказчику отправил фотографии. Ну, это еще без этого самого. Ну, еще я тут масло доделал. Ну, да, еще... это просто базовый слой. Да, ну, базовый тоже, вот решитель тоже пытался своеобразный. Вот. Теперь мы оставляем, мысленно смотрим, что, допустим, ну, она тут ровная, но для нас мы сделаем, чтобы было понятно, здесь вот эту часть мы будем делать более светлую, чем здесь. То есть... А градиент пойдет туда, и туда пойдет. То есть, чтобы показать саму плиту, вот как здесь сделано. Так, нет, подожди, а почему у тебя фиш туда и туда? То есть друг напротив друга пойдет? Да. Чтобы показать эту линию. То есть вот так получилось. Ну, получается, да, вот так. Чтобы показать эту линию разделения. Бумажечку. Маленькую красочку идет. Вот, брызгать. Бросать нельзя. Все, нормально. Краска не отключена. Ну, вообще, на самом деле, по-хорошему надо продувать, потому что вот, нельзя как-то наебать. Я продуваю, видишь, я помешаю. Потому что, да, у меня в этом очень много краски остается в этом канальце. Ну, я его помыл так что. Начинаешь с середины, да, где-то? Да, ну, рандомно. То есть, как глаз ляг, так и делаешь. Не обязательно с середины. Ну здесь опало, здесь как и с маслом, то есть ты, в принципе, здесь идет такой чисто художественный. Как тебе вот в голову пришло, как ты сделал? Да. Ну а моделизм это и есть творчество. Да. Это ты там на коробку пешком расскажешь. Ой, да пошли уже. Тебе там вообще не знаю, какой моделизм. Расскажет, да, что такое моделизм. И что вы хотели сказать своими вот этими двумя пятнышками? Ну, Володя там всех запугал. Нет, ну пятнышки это ладно, пятнышки это хорошо. Но то, что они придираются до заклепок, это вообще. Должно быть пятое вообще. Надо срочно все вскрыть, переделать там. Ну, кажется, мне кажется, даже не будет. Сейчас каждый день так спокойно у нас все пишется, а потом. Ну а да пусть слушай. Вечный блок. Я на коробке тоже зарегистрирован, но когда я зарегистрировал, только он Володин модель проголосовать. Не, ну там если те. То есть вот верхняя часть крыла здесь, видите, она. То есть высветляем ее, то есть вот эту верхнюю часть, нижнюю мы не трогаем. Ну правильно, вот этот вот именно вот поворот, ну вот этот. Ну изгиб. Да, изгиб, да, выступающая поверхность. Да. Ну как вот здесь, это, наверное, вот это. Да, ну изгиб, да. То есть. Че? Я хотел тебе показать, потом понял, что это не пятно, это тень от фары. Освещение это, конечно. Да, со светом, конечно, да. Ну ладно. Ну надо будет. Ну, ну здесь надо. Да давай вот что, он хватит подневольный. Я тебя подневолен. Вот все люди практически ясные. Да нет, при желании там, если еще так продолжать, можно лампы с собой принести, у меня переносная лампа есть. И, да. Ну что, вот вот штатив появится. Ну штатив, да, две огромных лампы. А у нас. Здесь тем, что у меня нет рабочего места, у меня базовый слой у нас темнеет от лака глянцевого. Но он скорее не темнеет, он скорее визуально темнеет. Ну да. Не, ну тут зависит еще от фильтра. Тут можно фильтр же применить, правильно? Который сделает светлее. Он все равно меняет цвет, потом глянцевого матового. Ну да, да. У Акана есть финишный лак с эффектом высветления. Этого не продается нигде. Но он есть. А? Но он есть. О, да, я это помню.
нему заехал. Ну, лак-то на самом деле, да, кстати, вот мне очень понравился лак от АК. Трактор. Глубину. Очень хорошо. Глухой называется, да? Супер, супер этот, матовый. Глухой. Да, да. Супер матовый лак, он вообще офигенный. Ну, я что-то не вижу, что он продавал. Ну, я видел. Я вообще не понимаю. Вчера видел. Я, если честно, не знаю, вот модель покрытая глянцевым маслом. Глянцевым? Я только клея использовал. Ну там сверху масло, наверное. А, ну понятно, масло, оно глянец убирает. Нет, это после масла. А, после масла. Это глянец фиговый какой-то. Ну вот да, я тоже не понимаю. А вот химия, она вещь такая, что иногда бывает вот просто на краску одно, на масло, а другое. Вот я глянец не могу получить. Я почему-то самолетики не делаю. Там, ну там нужно же глянец, и глянец получить не могу. Вот это чисто. Почему ты не можешь получить глянец? Ну не знаю, не получаю. Ну вот тебе, пожалуйста, просто покрытый глянец. Это глянец. У тебя какая-то там действительно аномальная зона в квартире. У тебя там растворитель не ест пластик. Глянец получается как мат. Вообще жесть какая. Ну вот я вот таким же. Срочно окропить помещение. Да, батюшку пригласили. А изобразил у нас ест был, да? Ест пластик. А? Изобразил, ест пластик? Нет. У меня 646 растворитель, который пластик не ест. Да, вот у него все. Я никогда в жизни не ел, что не ел пластик, а у него не ест. В квартире почему-то. Вот поэтому не ест. Ну вот, видите, я здесь один такой. Смывает любую краску, да, окей. Эмаль. Он же только что-то шестой, я знаю. Но он мягенький, на самом деле. Поэтому я как его употреблять. С кедровыми орешками. Можно. Газировка, шприцом. Неприятно. Это у меня приехали. Жена работала в ПНД, ну, совершеннолетний. Не пытайся, да. Перекрасишь потом, ничего. Опыт имеешь, перекрасишь. ПНД, а как? Краску смоешь. Совершеннолетний. Ну и вот, и, короче, говорит, а я могу. Взяли мозг, а вот взяли, что я могу сделать. Жатый пьяный. И смывай. Смывал. А запаха нет. Смывался. Да, знаешь, не красиво. Он смыл масло. Он смыл пигмент. А краска осталась. 5 минут и слил. Так мы объединились на вариант, потому что не говорят, что сейчас глянцы. Как зеркало было. Это вот затем как бы подрезали. Ну, вы старый закал. Ну, если брат надо совсем, конечно, получить. А с огурцом, да, там тихонечко-тихонечко. Да, да, огурец тяжело зашел, да. Да, на дом алкоголика, которая здесь, на горе, два горюет, Огурец тяжело входит. Вам какой огурец здесь? Толстый, длинный, жрать буду. Вот вы меня потеряете таким образом. Ну, каким? Домой придет, маме расскажет. Да, вот так. И вы меня потеряли. Вот так букашки, тараках, рисовать. Он уже записывает. Он уже там пишет. Да, выключи микрофон. Да нет, там мой телефон, по-моему. Да, там товарищ капитан вам еще с чаем понравился. Кстати, все. Я понял, что это техническая ошибка. Да я здесь я столько нового узнал, что это... Где ты узнал нового? Только что. Я когда аэро купил, я все красил газпульверизатором. Я теперь крашу на полутора атмосферы. Потом что-то не понравилось, смыл снова. Краска у меня более густую разговариваю. Вон краска, да. Я могу. А? Я работал на 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3,
Акан, ну да, это Томи. Ну, Акан, ну Акан-то да, там надо ее развалить посильнее. Это еще сильнее, чем Томи? Конечно. Это... Акан она такая, она Акан офигенная краска, на самом деле. Я считаю, из наших. Т-64 БВ. Из наших самая лучшая. Булат, Т-64 Булат. А, Булат. Украинский танк. Ну я сейчас думал, что-то. То ли Булат, то ли Орел. Нет, он скорее похож на это, на 80. А, не знаю. Так его фан-то собрали? Да, забросил сейчас. Я хочу ее опять смывать, опять перекрашивать. Ну вот, я еще светлее таким, стало. С такими проблемами столкнулся. Но самая большая у меня проблема... Сень, дай мне тебе кончик, пожалуйста. Или ты, он умер, да? Забыл, я умер. Мы можем взять за реальную машину. Что ты за это говоришь? Вообще не встают никаких, они все перепиливать надо. Да, их перепиливать надо. А, ну то есть это не меня одного такого. А, или знаете, в чем больше еще дело, что может быть направление там... Да, вот единственный минус, конечно, с которым я не смог справиться, это то, что остается много лишней краски. Ну, поэтому вот берете баночки, не выкидывайте их, просто снимаете с них этикетку и выливаете сюда, потом пользуйтесь. Лишней краски не бывает. Ну, я посмотрел стрипку, это там Дмитрий Гинзбург сказал, что он лишнюю краску унитаз. Еще один, давайте. Он приведет вот к этому знаменателю, да? Да, не, ну давайте просто, ну просто. Тут сколько вы сказали, 6, да? Здесь, по-моему, 5 я сделал, 5, да. А здесь сейчас мы сделали пока 3. Да, ну сейчас давайте 4 кисть, чтобы не затягивать. Ну вы поняли? Да, понятно. Смысл абсолютно понятен. Я почти так делаю, только более упрощенно. Ленюсь. Ну, конечно, более. Нет, я понял, что лениться не надо. У меня такое ощущение, что последний слой вообще чуть ли не чистым бафом делал. Не. Просто постепенно остатки краски все разбавляете и разбавляете. Да? Остатки. Ну я вот, конечно, да, ну бывает, но не сейчас. Да ладно. Краски. Я ленюсь обычно сразу по темному, более светлому. Я думаю, записи не будешь. Да я давай, дай, слой пропустим. Вот да, и будем уже с кистью. Да, с кистью. Не, не кинем. 64, конечно, да. Так что звезда, сейчас посмотрим, что они там сделают. Нет, сейчас... со мной работает вместе командир полка 64. 20% удорожает еще. Модель, конечно, убогая. Просто нечто. А что, они прям письмо прислали, сказали, что все, наша продукция будет 20% дороже, да? Да, Саша предупредил грешник, типа, вот они там, типа, посылку, что как раз делают, да, типа, не тот самый, как бы, фейк, который был в Сбере. Да, я что-то тоже что-то помню, что-то ВКонтакте писали. Я заезжал месяц назад. Слава! Ой, этот как его? С Питера пошла. Женя. Помнишь, говорил? Да. Что он писал письмо, типа, ну-ка, покажите мне письмо, я не верю вам, они так не пишут. То есть вам пришло письмо, да? Пипец, вот, блин, я не понимаю, вот смысл звезды, зачем они это делают? У них модели как бы... Ну, не испортить хотя бы, и описали. Единственное, вот что говорят, обман. Вот, я вот КВ-2 смотрел, вот у вас на сайте как-то. Звезда стоит 700 рублей, а Трумпетов стоит там... 1700? 1100, 1200. И моделист какой-то тоже точно такой. Моделист от Трумпетов перепадал. Ну, ты такая же цена, даже на 100 рублей дороже. Только единственное, в Трумпетере там идет планочка отравления маленькая. И моделисте нет. Качаешь фотографии, которые... Ну, у них дороже и нету. Потому что там, конечно, куча всякого разного. Вот. И это, потому что делали, и Гуга, если звезда станет там на 20%, то 700 плюс 1400, с 900 рублей будет стоить звезда, и там на 200 рублей будет стоить Трумпетер, вот я спрашиваю, какой сумасшедший купить звезду. Я вот это тоже не понимаю. Еще вот звезда вот пишет вот под отравление. У нас там налоги. Мне кажется, это бред. Отмазка какая-то просто левая, что они отравление. Вот у них есть компания. В Крыму находится. Как она называется? Микродизайн. Да, микродизайн. Почему они не могут эти новые? Во-первых, я объясню, почему, зная всю эту методологию современную крымскую. Если ты светишь свои отношения с крымским предприятием, на уровне перевода денег, так, ну, это, ну, все банковские системы и так далее, которые освещаются в штатах. Ну, и могут закрыть санкции. Доступ. А, извините, один из основных рынков звезды, это они вот модели гонят на Запад, что фашистов.
Где реакция? Ну, не знаю, кто там звезду покупает. Потому что я вот смотрел, я вот периодически пользуюсь польским сайтом Super Hobby для того, чтобы смотреть, что в коробке лежит. И звезда, конечно, там стоит. Ну да, Николай изначально показал, что... Маму не горюй. Ну вот, вот эту модель я смотрел, я просто решил посмотреть. Что там? Выставьте за это просто. 1100 рублей на лошадей. Плюс доставка. Ну, два конца. Да. Я не знаю, как это в Польше у них, чем они пользуются. Ну, грубо говоря, еще, что, они курят, еще да? рублей 300 на доставку. И жди еще, вот, сука, я жду уже. Вот тут привезли, но я только вот не пошел. На самом деле, с Польшей ты вопрос решаем вообще легко. Да ладно, решаем, вон у меня 38 дней идет. Через Калининград. Ну, не знаю, я пока. Ну, это ты же не сможешь, так сказать, как везти, правильно? Это нужно с ним общаться. Ну, опять же, возвращаясь к своему каналу. Более светлый, я тебя активизирую. Более светлый кверх. Ну, мы осветляем кверху дело. То есть можно вот так сделать, можно вот так сделать. То есть все зависит от того, если диорама делается, да, там, соответственно, да. Ну, успеет начальник штаба Калининградского погранотряда. Ну, там есть знакомые. Да нет, я деньги возьму на него. Нет, этого Мерзера купил себе, а аэрограф не может. Я Мерзера взял, кисточку будешь украсть? Где? Валиком. Мерсера взял по согласованию специально. От микродизайна. Кредит. Даже да. Не крутанул его и подставляешь. Проще говоря, кредит. Не, робот надо взять. Давай думаю, да, в конце месяца поговорить. Инкер? Инкер? Возьми бушу. Аэрограф и инкер. Все. На вид этих аэрографов продается немеренное количество. Я с трубы не стал покупать. Такое дело. Не, ну не БУ, если БУшку. БУ, да. Потому что. БУшку могли угодно как убить. Ну вот, убить могли ее, поэтому. Вот, с... БУ аэрограф. Ну повезло. Ну это как джаз, понимаешь? Я просто повезло. Ну, с другой стороны, что там, чему там ломаться? Да я кучу чему ломаться. Могли иглу там загнуть. Хорошо, ну выкинул иглу, купил новую. Ну а нахрен покупать тогда еще иглу, когда ты можешь пойти так, на дешевле. Инкер за 2000 купить и пользоваться им на здоровье. Так на инке ты, не, игла на ХМД стоит 1000 рублей. Ну, ХМД, ну мы же говорим про инкер. Нет, а на джаз она стоит 100 рублей. То есть, соответственно, ты можешь... Ну хорошо, иглу уже стоит 1200 рублей. Чтобы мне было. Купил его за 500 рублей, купил и поменял у него все внутри. Погоди, вот это мне палка расставлена, в каждом учении, один-два трупа. Не, ну, в общем, это... в Германии долг, наверное, палка. Не, Слав, я считаю, что такие вещи надо покупать много. Значит, это 64 километра. Или что? Да, так, переобратительными, переливаниями, не дай бог, это что, мне там кидать болит, не покидать машину. И, а чтобы вылезти его, я у него, короче, лоток, там же компактная кабина, где прям автомат заряжания. Надо вытащить 4 лотка вертикально стоящих. И тогда образуется проход, когда башня смотрит назад. А в случае опрокидывания там для застревания, все. И вот пока дергают, вытаскивают уже. Там положение, по-моему, 28, да? Нормально. Да, буду я фланду так же красить. Серёж, понял. Ну тут ничего сложного нет. Нет, панду, если панду под парад, то я, в принципе, хотел бы войсковое испытание сделать. Не, под парад буду красить, да. Не, я бы не хотел под парад. Но не буду делать, но единственное, что после сегодняшнего мастер-класса все поняли, что следующая модель будет вот так покрашена. Да. Тут, на самом деле, нет, тут просто нужно, ну... Мне, ты знаешь, у меня следующие две модели, есть модель цветный камуфляж. А? Есть модель цветный камуфляж. Ну, если делать вот делаешь маску, допустим, да, вот тут линия такая, да, вот. Если, ну вот, к примеру, вот, к каждый маской. Цвет также отдельно. Просто будет. Когда цвет камуфляжа, он уже делается не так, там, не в 3, не в 4 слоя, а в 2. Просто. Ну вот, да, да, да. Коричневый цвет, да? Ты прошелся коричневым цветом, также полупрозрачным. И сверху, допустим, кверху здесь вот прошелся еще более светлым тоном.
И все, точно так же. Ну а если там немецкий камуфляж, да, ну просто аккуратно, они же немцы, а там они же без маски получаются краски. То есть в основном, если хороший аэрограф, то без краски. Ну, вернее, без маски фигачишь. И то все. Есть, правильно, технология та же самая. Ты сначала в один цвет. Все полностью. Сначала основной цвет делаешь. Также да. Основной цвет да. высветляешь. Да, все. Далее так. Маска пошла. Ну как кто делает? Все. Маской можно, там можно от руки хреначить. Там. Как удобнее. Смотрят какой там, потому что современку от руки, конечно, сложно сделать нормально. Ну да, много мест где поддуло. Да, потому что это ну, очень сложная, ну, как бы сама модель, в плане того, что много всяких там нагромождений на ней. А мы сейчас ее тоже забацаем, да? Да, всякие там ящики, по времени три. Ящики и прочее дело. Ну да, да, время. То есть я ее тащил, да? Ну оставь, когда-нибудь. Я дом подожмем остальные. Сейчас этот 84-й будет. Что за тропа? Они заедут. Прям по грани прошел, прям видно стало. Ждал, прям вот здесь прошел, прям вот сейчас грязь, как будто на нее свет падает. Ну да, ну вот это и есть техника, потому что это как будто, ну. То есть это не 60. Модель делается объемной, становится более объемной. То есть мы создаем объем модели, что ли? А здесь у меня служил просто на. Ну блин, как-нибудь это. Так не, надо другой танк. Нет, он же сочет сюда, да. Противорадиационная защита. Ну это бэшка, не, не бэшка, а арс ранее. Ранее? Вот это, там есть. Ну ранее арс. Собирал я одному другу М-ку. А потом выяснилось, что это у меня была не М-ка, а Б. Чуть не убил. Да, надо поиграться. Главное краску правильно разбавить. Да, вот с удваливанием краски надо лучше поиграться. Ну, он у тебя есть что-то поиграться. Чего? Ну, чуть давай сюда еще чуть-чуть высветлим. Мы пройдемся по совсем, то есть детально высветлим. Допустим, вот здесь вот. Вот горловина, топ вот бака, допустим, да, топливного. То есть пройдемся их как бы сделаем их аэробы. То есть найдет горловину топливного бак? Да. Здесь топливо судить. А, о, во лбу. Вартандер. Я к тебе, кстати, получал, стучался, что-то не дозвониться. А я помню, уснул. Он каску мыл. Не, мне даже не было вчера. Я что-то домой пришел после работы, что-то зашел. Смотрю, играет. А, ну, кстати, человек. Я не слышу. А можно на компьютер вантайлы скачать? Я по арбалёв... Я просто по арбалёв... Можно, Сень, как только у него... По арбалёв поиграл, что-то я купил это. А что ты заливаешь? Уже чистый просто баф? Нет, нет, я просто чуть-чуть собрал, чтобы чуть более высветлить. Тебе же можно, да, перемешать раз чуть-чуть? Да можно выкинуть её потом. А, ну я просто, ну... А что ты его не просто на кислород не перекроешь и не... Ну, здесь сбивается сильно. А, оно выдавливается да. в туда. Да, в углу, да, ну просто, блин. Тогда не стоит делать. Нафиг надо потом мыть? Не, я в бачке не вообще не... Я в бачке вот только когда чищу его перекрываю, чтобы вот думать, как будет. Это же последний слой? Ну, я просто слоя больше делать не буду, я просто сейчас выставлю те части, которые могу сделать аэрографы. Ну зачем ты убил там-то? Да о чем мы ждем-то? Да? Мы, ну 6 человек есть, ну что, 6 человек. 6 ты что собираешь? Не, ну я бы в идеале, конечно, танк бы сам пособирал. 6 да. человек и 6 человек, все. Зон обидел. Не, я хочу. Это ты думали. Ты КВ-шку собираешь? Ну а что, да. Я 48 может авиации не собираю. Не, я просто авиации вообще. Практически все равно. А что будешь кое собирать? КВ, да. Звездовскую бы или? Ну я бы на самом деле хотел бы трумпетр. Да я бы тоже трумпетр бы взял. А что такая привязка к звезде-то? Ну, там вот у Димы Зе, ну не может он купить это, звезду там, какая разница. Я не знаю, вот вообще инициатор всего этого. Ну зачем звезду-то обязательно? Ну звезда. Не, ну я хотел, чтобы у всех был просто как бы одинаковый. Ну а там что, разница и... большая? Ну КВ-2 и КВ-2, а что? Так КВ-2 еще у трумпа, у него двух башню, два или три вида. Не, ну это понятно, но смысл-то КВ-2.
Не, вот клиновидная, она красивее смотрится, там интереснее. Ну, там да, болты, нет, болты на этих самых, на дверце. Офигительно получается. Не собирается просто. В аэрографе сделали, перемешали еще, чуть больше высветлили, и теперь мы будем, то, что можем аэрографом, более-менее крупные детали, высветлим их, потому что, ну, вот эти вот болты и все остальное, вот для этого есть кисть. Вот мы будем горловину топливного бака делать, тут вот петельки попробуем сделать, ну, это зависит от аэрографа, да, потому что если аэрограф как бы норм, то можно сделать, если какой-нибудь там жаз, полуубитый, то лучше не стоит. Ну, ты имеешь, если тот... Лучше, то... лучше кистью залезть. Потому что, если аэрограф позволяет, то делаю. Вот ты какой северный олень. Я тут знаю, какая-то модификация. 7 тысяч. Ну, наверное, я пересветлил. Ну, ладно. Кто? Он мне говорит, что это здесь другая модификация. Смотри, в чем? Конечно же. Вот у тебя СУ-100, а это не СУ-122. Кубка разная. Да, естественно. База разная. У тебя вот это вот все от 5.4. А у этого все... Там аэрограф добился, походу, дело. Так, аэрограф как раз перемешал. Слишком сильно. Ну ладно. Че? Ты мне все есть. Здесь можно добавить. Чистый бак получится, что ли? Почти. А, ну да, ты чуть переборщил. Нет, я еще хреново здесь краска размешана еще. Надо давай чуть поставить. Ну слушай, я думаю, что тест аэрограф на следующий раз. Чтобы не пачкать ничего дела, мы берем вот крыло. Я привезу еще отсюда. Бачок. Избавим его поближе к себе. Ставим кисточку. Все норм. Номер кисточки какой? Это единичка. Это не единичка. Единичка. Вот. Берлинга, синтетик. Ну и аккуратненько проходим. Теперь вот по каждому болтику. Оп. Оп. Да ладно. Адские. Оп. Это не вижу больше всего. Оп. Это реальный дзен. Оп. На самом деле ничего же. Главное, не с перепоя. Да не, ну... А если еще, да, металлика добавить? Главное, не кончиком делать, а боком. Что, они стесаны? Да. Ну, можно сделать и так. Ну, вот мы просто показываем высветление. Так, мне кажется, вот то, что вы храните, это уже после лака, после масла. Да, ну вот все эти, да, да. Ну, можно и так, и так. Я обычно делаю это, например, масляный. Не знаю, я вот как бы считаю, что металликом металлик лак класть не надо, он сразу мутнеет, как бы не такой эффектный. Не, металлик, да, металлик тоже в конце. Потому что я вот даже вот у него пушку делал с гаметаллом, просто вот я лаком ее закрыл, мне еще раз лак покупать гаметалликом, чтобы получить этот блеск как бы такой. Есть вот этот, либо грифель карандаша, либо вот этот. Вот, получается. И после лак, после всего, что после. Да. Кто хрен? Жеваный крот. Не понял. Это Коль. Извините, отвлекся. А ты лак в какой пропорции размешиваешь? Лак? Ну да, да, да. Ну, чтобы, конечно, глянец получить. Как бы. Глянец? Ну, чтобы через добрый шел просто. Чистый? Можно 50-50 мешать. И давление такое же, да, на любой? Да, не, давление на лаке надо держать как можно меньше, потому что он начинает в воздухе сохнуть. А, вот, наверное, поэтому, что у меня сохнет воздух, то у меня и матовый получается. Походу, да. Ну, просто я клянусь, это просто залитый. Свернулся до той стадии, пока вообще глянц его не искал. Или уже не искал. Нюансов куча. Нет, там научного опыта. Ну, да, я не... Состояние надо смотреть, и давление, и там замодяжил. А лак там есть у нас, изопропилок смывается? Смывается. Смывается, конечно. Сейчас потеплее, пойду на улицу мыть, барбарис. Я эти самые, вот фары, когда делаю, да, я же замрашиваю. А потом изопропиловым спиртом все смывается. Нахрен, все. Залил молоток. Грунтовка, краска, все смывается.
Ну, и сверху в этим более светлым тоном. Как раз этот темный даст тени. Хочу. А, ну мне, ну дебаг, скорее. Да, согласен. Авторское видение. Да, это как бы. Я бы просто сверху пошел бы светлым уже и как раз получил бы то же самое высветление. Я думаю, что там она была в моей текучке. Попробовал репеймов, но не получил. Поэтому. Не, ну тренировка. С нуля лучше всего. Тренироваться. Ну, тренируй. Я-то моделизмом занимаюсь меньше года. Нет, чуть больше. Ну, это гуру уже практически. С кисточкой. Ну, ага. С них 8 месяцев с кисточкой. Было закрашено. Не, умел ты, тренатор, третья модель. Все, вообще все. Грунтовка, ну и сейчас YouTube есть, поэтому можно смотреть видео, в YouTube их там полно. Ну, сначала видео, потом время, потом деньги, все складывается в драку. Ну, как я шучу, так, что танчики это мое самое дешевое. Ну, просто пока. Самое дорогое хобби для детей, да, я понял. Не, ну, до этого запрашивали. До этого я увлекался радиоуправляемыми машинами. Да, поехал, как бы движок купил, блин, 1020. Ну, в этом плане, кстати, вот. Нормально. Да. А расходный материал там. Я знаю, я. Два дня покатался, резину поменял. Ну, это для вас этот магазинчик, да, это где-то видео продажи, и мне жаба на вышел. Ну, в конце надо перевести. Я себе буду заказывать через пить. Нет, там движки, мышки, маски. Дофига этих магазинов. Ну да, что? Я в последнее время пилотажу пользовался. Мало ли, так вот автомобильный, еще стелку тоже потом прошелся. Здесь у нас что-то купался. Ну потом, и даже микротренечники, все вот это заказывают. Я не понятно, но ощущение, что какой-то звезды. Опять же, можно просто как глянуть. Хотя, вот, по сути, ты сейчас делаешь то же самое, что можно сделать с лукистью. Ну, так с лукистью ты вряд ли сделаешь. Думаешь? Уверен. Сухой кисти она даст большую площадь распыления. То есть так тонко не сделаю. Ну, масляной сухой кисти можно. Не, но есть шанс еще что-нибудь, помимо и болтика выступить. То есть. Но это так же, как здесь, приноровиться. Здесь, да, а потом просто между этим болтиком и лайтфейтом заливаешь, и все это смывается. А болтик остается. Но это, говорит, не важно, главный результат. Можно и так, и так, и это. Ладно, ну вот вопрос. Вот сейчас покажешь, вот это не шагрень? Где? Ну вот сейчас шагрени нет, да? Нет. Если я хочу понять, что это шагрень. Шагрень, шкурка, такая. Представь, что шкурка у тебя модель, да. Шкурка. Ну, как взять, да. Ну, взять наждачную бумагу. Грубо говоря, пыльную модель покрасил когда. И закрасить ее. Закрасить пыльную. Она такая получается, знаешь, такая. Ну, как эффект брони этой, ну, грубо говоря, да. Вон, подойди к машине и увидишь, на любой машине, если она некачественно покрашена. Там прямо видно, вот, какой мелкий перелив. Шагрень, то есть вообще, все вот эти вот петельки. Ну, просто на нее как хорошо пыль садится на шагрень. И держится. Да. Это у нас просто как мы высветляем, так, короче, вот, выпыление тех. Время, да, время. Об этом, слушай, когда ты. Так, я перекурил. Ты лак меня кладешь же, да, правильно, на модель? Да, что? Лак кладешь же на нее? Ну, конечно. Ты кладешь лак, потом дальше пошел эту. Вот сейчас вот это. Вот это масло. Да. А, масло? Не, смотри, вот сейчас я как бы делаю. Вот все, так осталось. Я следующий глянец, да? Пошел. На глянец смывочку. Ну, X22 вот этот, как бы. Ну да, смывкой прошелся по ней. А когда смывку делаешь, у тебя она вот расплывается такими вот. У меня проблема в том, что когда смывку капаешь, она не течет. Потому что у тебя не глянцевая. Ну, не фаски, не на глянцевую тоже такое бывает. Но это значит, на матовой поверхности расползается. Я просто кладу. Да, пятном это расползается. Я просто кладу хороший слой лак модель. То есть не один. Может, я просто делаю там один слой, как бы. Не один слой лака кладу, потому что модель надо защитить как можно сильнее после следующих слоев. То есть, вот чтобы не было проблем с
То есть вот после вот этого всего. Вот, то есть вот после вот этого всего нужно положить на машину на несколько слоев лака. Да, да, несколько слоев лака, да, подождать. То есть лак я обычно, когда наношу лак, я жду долго достаточно. То есть я даю каждому слою просохнуть хорошо. И сутки. Сутки. Вон она как сильно. Да, я даю хорошо, очень хорошо просохнуть и потом. А я один слой кладу. Нет, один слой это мало, да. Видно, поэтому оно у меня получается как матовый. Да, ты так что слав это. Побольше положи слоев и будет получше. И поэтому авиация у тебя. И давление поменьше. Не, ну в конечном итоге, да, эффект получился как бы то нужен, как бы, с другой стороны, как бы. Но все равно видно, что чуть-чуть внимательно есть, немного отблеска. Ну, он и настоящий немножко с отблеском. Ну, он и со временем потускнеет, и все. Ну, со смывкой, да, работать тяжело, потому что она начинает с этими пятнами, и вот эти пятна убирать, это какой-то... Ну, аспирицем ничего убирать. Гем. Не, она убирает. Смывка... Она убирается, но он от смывки начинает темнеть. Да, тон меняется. От смывки еще атомическая? Да, атомическая. Вот этот лайн панел, да? Да, да. Это лишний смывка. Я да. Сейчас пойдем. Ну, в принципе, если по глянцевому лаку, аккуратненько, по глянцевому лаку, а чем вы его убираете? Смывка у вас. Каким растворителем? А, это немецким white spiritом. Из художественного магазина. Можете кидать с меня так, как начинать. Так текурило чем-то не нравится. Текурило. Есть еще проще вариант. Ты сейчас опять скажешь, что деньги девать нет. Нет, ну может быть тоже я из варианта. Слушай, больно вынужден. Объясню. По одной честной причине. Абсолютно не пахнет. Запаха нету вообще. Немецкий white spirit? А что за марка? Ну слушай, там вот такая вот бутылочка вот такая, 500 рублей стоит. Киньте мне что-нибудь. Да, я сейчас начнется. А в следующий раз возьмите КО-25, да? Потому что, судя по характерному запаху смывки, то это керосин в чистом виде, разбавленный с буталином. Ну, текуриловский, он как бы имеет запах, но не такой резкий прям. Нет. Тут вообще нет. Тут можно нос подносишь и не чувствуешь ничего. Будем продолжить? Конечно. Издевается. Ну, хоть надо в колю уже издеваться, он устал уже. Не, уже понятно, уже в принципе. Ну, как бы технологии нам всем показал, как бы. Ну получается, это у нас как бы крайний этап перед, да. Перед этим лаком. Перед лакировкой, да. Ясно. То есть каждый болтик высветляем, делаем его объемный, чтобы он выступал над основным цветом. А вот эти грани. Можно, да, да, можно, конечно, да. Это если это делать, то это и летники на пушке, на маске пушки. В смысле, ветники? Ой, ледневые грибы. Вот эти вот. А, края, что ли, грани? Вот эти вот. А, ну да, да, можно. Но это все зависит от... Желания мастера. Нет, это зависит от терпения и от... Не знаю даже чего. Ну, можно сделать, от конечно. От терпения. Да, вот. Это все зависит от... От желания и терпения. Я вот как делаю модель? Я просто сижу, делаю. Если я понимаю, что я больше не хочу, я сразу ухожу. Потому что если я начну делать через силу, да, да, это да, будет да. Жопа. Дольше переделать. Я иногда, ну тут поработчики меня мучили. Я неделю не мог собрать эту гусеницу. Неделю просто приходил, такой два трака втыкал. Нет, да? Не мое. А вчера что-то... Они еще ломаются, эти. Да, а так вчера что... еще сел. Вчера что-то сел, и, наверное, за часа три, ну всю ленту собрал так тихо, молча вообще под телевизор так вот. Я так вот ИСУ-100 позднюю модификацию делал, тоже сел в 10 часов вечера, и что-то так вот, это сошлось, траво выгнулось, там обрезки трава выгнулись, это. Самое главное, что после звука двух танков у меня еще одна гусеница примерно, наверное, получилась вот. Из сломанных. Да, кстати, вот ломается. То есть половина сломанных, половину я вам Володе отдал, он пион доделал. У Минга от Т-90 вот серия, она гораздо лучше траки. И все самое, что интересно, они подходят. И Минг это и... Тигр модул. И Тигр модул. Вообще просто берешь их прям в одну обойму вставляешь. Единственное, что там чуть по материалу разница. Эти глянцевые, и причем вот берешь Минговскую лучанку. Уже собрано, берешь, она у тебя на пальце вот как угодно перевивается, то есть она гибкость и все есть. А это все, это жесткое, да? Или не так? Жесткое, оба жесткое.
Нет, это вообще свободно болтается. Нет, это мне так же, да. Мне просто вот. Это вообще вот легкость такая ажурная. Коль, смотри, а соответственно в осветлении нижней части модели ты делаешь наоборот. Чем выше, тем темнее. Здесь тень, да, у тебя идет, да, вот здесь не видно ничего. И, соответственно, мы осветляем вот здесь вот. Да, то есть вверх у нас получается более темный. Да, ну, как бы выставочная полка, здесь ничего нет, здесь черный у нас. Ну, здесь просто звезда, как бы, ну. Понятно, да. Это чтобы, если что, эвакуировался. Дырку сделался? Ну, да, тут, да, эвакуация там, все дела там. Или гусеницу починить, выходя из танка. Да, а вдруг по нужде. С другой стороны, эту дырку не видно никак. Ну, только если ты ее будешь на, это, опять же, на зеркало не, ставить. Не, ну, по канонам, то, конечно, тут должно... Началось и по канонам. Ну, да, доширак. Ну, вот турбет да, сделал. Вот, он доширак. Уже с этой всей фигней. Да. Дошер? Дошер. Или тамишку. Она, конечно, в три раза. Тамишская, конечно, да, денег стоит. А дошер, что я купил, и приятный, покушал, и модель сделал. Вообще шик. Ну. Я бы не сказал бы, что я в восторге от тамишских моделей. Не, ну это ты зря, Tamiya модели, они вот я считаю, что для... Я две собрал, как бы, и что-то я не вообще не восприял. Я считаю, что Tamiya это модели идеальны для, как сказал Володь, записанных моделей для начинающих. Да, потому что... смотря какая Tamiya. Ну, Tamiya, Tamiya рознь. Я не согласен. Ну это да. Володя фотографии видел, как бы. Не, ну, к примеру, башню Т-72, помнишь, с щелями? Нет, ну... 55-ка, например. Нет, но все равно у звезды она будет... Неприятнее. Да, отстойнее гораздо. Не согласен, опять же. Не, ну я... Т-90 от звезды мне вообще понравилось. Ну, вот Володя сейчас начали... собирает Zero. То есть качество довольно-таки да. Хорошее. Ну, а модель-то древняя. Да. А у меня тот же самый Zero, только поплавковый. Там просто дрова. Поплавковый. Дрова и лес, да. Ну, здесь поплавковый. Ну, на поплавках. Внизу поплавок. В гидросамолет. Гидросамолет. А, Tamiya-вский тоже? Tamiya-вский, да. Потому что Tamiya... Тот же самый Zero, да, только не на шасси. У каждого, в принципе, производителя есть такие наборы, которые... Которые не дают расслабиться моделисту. Да, которые не хочется собирать, да. Это... Звезда Т-72А. Ну, звезды... Ну, опять же, я с Володей здесь не согласен. Звезды, к сожалению, большинство. У меня звездовская есть 72А, я не могу понять, зачем у него две сквозных, два отверстия на башне. Сквозных, туда ничего не вставляется, вообще ничего. 72А? Да. Просто две дырки такие, знаешь, как дрелью высверлили. Ну, я их заделал, то есть... Может быть, какой-то брат? Ну, это технологический процесс. Просто у меня на схеме ничего нету и... Это у меня то же самое. Ничего для меня не вклеивается. А ровно? Да, четкие, ровные, два отверстия. Я вчера собирал 90 вечером. Мендовский? Да, ну... Когда я приклеил этот нижний бронелист, ну, так, который слышал. Я вас тут все увидел, что перед тем, как клеить, надо было сделать контрреакцию. Ну, бывает что. В расстройстве. А он все, а он намертво приклеился. Он приклеился просто намертво, он не отдирался никакой. Я просто его ничего отдирать, он просто сломается. Ну, если это еще один вариант. Я это называю рентгеноскопией. Не, ну... Не, я ее поставлю, конечно, потом. Нет, я просто думаю, так, какой-то... На лампу? На просвет? Не получится там, потому что там он наклеивает. Я такой так пытался сделать. Он наклеивается на ванну через два слоя пластика. Легко. Я попробую, думаю, может быть, да. Берешь его, этот мощный фонарик у меня есть. Слушай, я так на с этим, я вот здесь так наколол. Я для этого бачка забыл тоже отверстие посверлить. И потом, когда радостно, надо его ставить отсюда. А где это? Отверстие для крепления. И стукси поворачиваю, там так мелко было. Ну вот у меня 44-ка так же. Я говорю, внутрь не надо было собирать. А там это самое, вот эти борта внутренние. Да, под них, оказывается, тоже. Я прощелкал, надо эти. Во. Нет, ты знаешь, надбычные полки встали нормально. Вот именно там на 44-ке я так и делал. Ну, я не стал просверливать, ничего, я эти штыри спилил нахрен. Ну там крепление на гусеничной полке, чтобы высветлить его. Верхний край сделать гораздо светлее. Под надгусеничную полку. То есть он будет уже играть. Вот эти вот баки. Ну красиво. Не баки, а вот эти вот боковые ребра, под них есть пазы. Я для себя много нового узнал. Главное есть. Просто. Я по этим пазам. Ну вот я по краске, по давлению, все. Жалко, что мы эти аэро не потестировали. Да мне что-то вообще когда позвонил. В следующий раз, когда. Вот я на этом этапе. Здесь все сделал. Ну, то есть уже видно то, что все, край, да, допустим, крепления обычной уже выделяется. Сильнее, то есть. Ну ничего, за неделю собрал.
подождите, а че, где ты меня? Ну и можно продолжать до тех пор, пока... Да, у вас да, ну смысл закончится не... плоскость. Смысл не... Да, не, смысл, не закончатся те места, которые вы хотите высветлить, да, то есть можно даже еще пойти стать высветлителем 80 уровня и еще светлее сделать там, и какие-то там еще места, которые прям прямо ближе-ближе к уже космосу. Ну я смотрел этого недавно, только смотрел уже такая интерактивная их канал, как бы. Да, да. Он чуть ли не до белого его высветлял. Да, ну, зеленый танк чуть ли не до белого. Все, за, все, так, все, все зависит. Я спрашивал про подбой. Вот все зависит подбой от того, что вы делаете. Ром, вон подбой. Угу. Вот подбой по на подбашенном листом листе корпуса. Мелкая-мелкая сеточка. Здесь на башне его нету. Вот он, только имитирован, вот он. Вот видите, лох. Ну это вот эти бывает. Ну это можно потом масляным пятном заделать. Да не, можно вытереть. Ну понятно, я ему фотки поскидывал. Краска-то жидкая заделена, поэтому можно попробовать вытереть. Ну или хотя бы из какого-то. Ну а или если уже полезно. У тебя кусок ржавчины с моим образовался. Ты же не видишь. Вот эта модель не подходит однозначно. Боевое ранение звезды. У крутан. Ну, собственно говоря, вот. Что у нас было белое и то, что я привез. Нельзя его умиляет уже. Здесь вот, да, было больше слоев и светлее. Ну, это все зависит уже от времени, да. И мне это все зависит от того, что человек хочет получить. Да. Каждый на свое, абсолютно, да. Каждый изгаляется как хочет, мы говорим. Каждый делает так, как хочет. Интересно, а у них баки идентичны в 34-м или нет? Ну, это скорее ИСа. Нет, просто вопрос в том, что унификация производства. Ну, вот так-то да. Заводы-то были одни и те же кусты. Ну, красота. Так что, ну, а потом, как бы, уже когда будет смывка, то есть вот эти места, решетки, то есть все грани, они еще больше будут, как бы, вот эти места выставлены, да, еще они больше будут контрастировать. Ну и, соответственно, если после того, как нанесли, то есть слой лака, слой фильтра, допустим, да, если вам показалось, что недостаточно, то есть некоторые места у вас получились, ну, как бы, совсем сверились с общим фоном, то есть oil brusher, ну или масло, ну, такой кимпольтис, да, только нужно его разбавить чуть-чуть вайт спириде, чтобы оно было такое, ну вот консистенция такая, да, жидкая, вот как вот творог. Вот как краска, не разбавленная. Таниевская, да. Сметана. Да. И наносите вот кисточки, вот, допустим, вот сюда, да, вот, и, допустим, вот делали, да, допустим, здесь у вас получилось так, что весь вот вся тень, которая на переходе, она съелась, да. Ну, бывает, что не всегда там, вот, ну, прошли себе ровно, mm-hmm. и задели. То есть берете вот этой красочкой синим цветом, можно черным, но синий он больше углубляет цвет. То есть синий цвет, как, ну, вот его художники даже используют, вот, когда они хотят создать более глубокую такую тень, mm-hmm. они используют темно-синий цвет. То есть вот здесь вы берете темно-синий цвет, наносите кисточкой и растушевываете, да. Mm-hmm. То есть если там получились такие вот, знаете, такие, ну, то есть вот, берете просто white spirit mm-hmm. и затираете грани, то есть чтобы они, чтобы размыть, растушевать. Придай градиент. Да, чтобы растушевать это, чтобы была грань четкая, а просто растушевать ее, и все. Также здесь тоже можно пропить, вот, здесь можно пропить, допустим, люк еще больше выделить, да, чтобы он еще больше контрастировал на этом фоне. Нет, если здесь он даже вот прям видно. Если вы хотите, да, если здесь нужно высветлить, есть передача, ну это настройки. Вот, если нужно еще наоборот высветлить, допустим, вы смотрите, думаете, а, блин, что-то я тут, короче, нафигачил, надо еще больше высветлить. Есть тоже oil brusher, buff цвет. Точно такой же цвет, только British buff. British Aeroforce? Buff это вообще, у них катамия, это как кожа буйвола. А, buff его? Да, buff, да. То есть, вот этой краской buff. Я не знаю, как его получить с помощью обычной художественной краски, честно. Не знаю, ну, проще купить, она стоит 183 рубля. Нет, это нет, если oil brusher, 183 рубля стоит. Красочка эта, то есть взять основных тонов, да, есть этой краской даже можно, допустим, делать подтеки ржавчины. Там есть специальные оттенки, ржавчина, земля, темная земля, светлая грязь. То есть очень много разных оттенков, которые всегда используются. Даже можно вот взять, допустим, и нарисовать потом подтек ржавчины, да. Можно там... Ну и надолго хватает? Ну, масляная краска, ее хватает очень надолго. Года
Ты... Масляная краска, она... Нет, ну, очень... в этом карандаше я между ней... Нет, он, ну, блин, ну, где-то такого размера. То есть карандаш такой, такой тюбик, да, и вот такой размер. Там, да, там много краски. Я просто открывал, смотрел внутри, там краски достаточно много, то есть ее хватит на очень долго. Ну, даже если ты ее вылишь, так начнешь там по полу брызгать, 183 рубля всего, как бы. Поэтому, да, то есть вот можно выставить еще масляной краской после всего этого, да, то есть... Но все равно, вот, если вот глянцевый лак сейчас, если дать его, то есть еще больше сравняется цвет. То есть, в этом плане что уже все зависит. Нужно еще, да, учитывать тот факт, то, что после нанесения всех остальных слоев, то есть этот цвет градиента, все остальное, он больше, он как бы... Ну, глубину он идет. Да, вот, то есть на начальной стадии, чем контрастнее, там, чем, тем да, лучше. Чем, ну, не нужно бояться, то, что танк будет там вообще, то есть там, там весь пестрый такой. И козисть какой-то, да? Не нужно этого бояться, потому что последующие слои, они только утемняют. Они танк делают еще темнее. То есть, чем танк изначально светлей, тем он в итоге получится объемный. То есть, после всех этих слоев краски, пигмент особенно, да? Когда пигментом пользуешься, пигмент тоже очень много съедает этого. То есть, чем пестрее танк получился, тем лучше. В этом плане. Ну да. Где-то шары. Это на следующий раз? Ну, и мне они не нужны. Ну, ты можешь их здесь оставить, а ну, там через... Там через когда? Да мало, какой другой, там, на лаки, на... Там, допустим, продолжим, да. Ну да, можно продолжить. Можно уже продолжить дальше. Я предлагаю лаком, продолжить. Лаком закрыть их и там смывочку нанести. Ну, единственное, что лак... Ну, сутки надо, чтобы просох. Нужно, то есть, получается, чтобы кто-то здесь лаком хотя бы... Дальше.